Ну и бросок. И бросок поворотом, промах, к сожалению. Пас на пятак. Еще один. Отыгрываем одну шайбу. Артемий Панарин. 3-1. Сейчас Евгений Кузнецов опять набирает скорость, лезет на пятак, выкидывает шайбу. Выбрасывает гол! 3-2! Дуплета! Она вползла между щитков Висентина, но мы вам говорили, никуда не уходите. Защитника нельзя, пас не проходит. Пас на Тарасенко, гол! Гол! Теперь может кончиться как угодно, господа, но я думаю, вы в России, во всех городах, я не знаю в каких, включив телевизор в эту ночь, вы разбудите тех соседей, которые плюнули уж при спать в середине второго периода. Вы уже знаете, что делали это. Сейчас Тарасенко. Пас! Гол! Нет! Гол! Они себе забили, по-моему. Они, по-моему, забили в свои ворота. 4-3 мы ведем. 4:38 до конца встречи. Или третьего периода. Шайба-то попала. Никита, а если положим корпус? Никита, а если забьем? Никита! Никита Двуреченский. Мы с Сергеем Александровичем смотрим чемпионат. Потому что мы чемпионы! 9 секунд, 9 секунд, 9 секунд, не торопись, мы смотрим, не торопись. Великий финал. Нет, за 9 секунд две шайбы не долетят даже из центра поля. Когда остается 4 секунды, Матхаил. 9 секунд, давай дождемся. Вот, игра длится 60 минут и ни копейки меньше. Об этом говорил Валерий Брагин. Весь турнир, когда у сборной, почему вы так плохо начинали со шведами? Почему у вас ничего не получалось с финнами? Он говорит, ребят, давайте помнить, что смысл игры в хоккее – это битва все 60 минут и поиск собственной игры. И поиск этого самого вдохновения. Вот что бывает, когда русские покатят.